Меня зовут Наталья Сакович. Мне 42 года, и я профессиональная актриса. Свое профессиональное актерское образование я получала в Казахстане и в России, в Екатеринбургском театральном институте, мастерская профессора Вячеслава Ивановича Анисимова. В основном в моей фильмографии это роли такие, как мамы, учителя, педагоги, но мне хотелось бы иметь в своем арсенале роли острохарактерного плана. Это женщины, которые могут постоять за себя, которые сильны внутренне, мне кажется, это мне откликается. Из дополнительных навыков я вожу автомобиль, механику и автомат, учу языки, английский на базовом уровне, французский на базовом уровне и корейский. А также я очень люблю лошадей, конный спорт, и я занимаюсь конкуром.